Чебоксары признаны лучшим крупным городом в Приволжском федеральном округе. Оценку качества городской среды давал Минстрой России. Рейтинг на днях опубликовали на портале «Индекс городов РФ». 1114 городов проанализировали по качеству дорог, их загруженности, озеленению, оценили количество объектов культурного наследия, доступность спортивных сооружений и так далее. Всего 36 индикаторов. Каждый город мог получить максимум 360 баллов. При этом населенные пункты, набравшие до 180, считаются городами с неблагоприятной городской средой. Свыше 180 с благоприятной. Чебоксары набрали 205 баллов. Это лучший результат в группе крупных городов Приволжского федерального округа. Эти данные исследования будут использовать для расчета субсидий регионов из федерального бюджета. Правительство России поставило задачу к 2024 году на 30% повысить среднее значение индекса и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, подъездные пути, освещением занимаемся, экологическими вопросами. Одним словом, создаем благоприятную, комфортную городскую среду, как городских городов, так и сельской местности. То, что есть эти позитивные результаты, конечно, я тоже рад и счастлив. И горожане, наверное, рады и счастливы. И, во-вторых, в этом году, значит, мы многое сделали, а в следующем, в 2020 году, и еще многое сделаем для того, чтобы было краше, лучше, и социальное самочувствие горожан разных городов только улучшалось. Надо отметить, что в разных группах рейтинга на хороших позициях отмечены Канаш, Новочебоксарск, Ядрин и Алатырь.